Всем добрый вечер. На самом деле, похоже, было правильное решение не использовать кинозал, потому что здесь нас гораздо больше, и здесь точно есть то ощущение праздника и тот ажиотаж. Вот, наверное, еще минут 10, и все будет занято. И это, конечно, очень здорово, что мы тут с вами все вместе. Хотя многие, я вот свою ленточку снял, тоже в гостях в нашем офисе. Вот. Ну, у нас, с одной стороны, каждый раз какие-то сюрпризы, с другой стороны, у нас уже стандартное мероприятие. Нет, это плохое слово. У нас мероприятие с традициями. У нас мероприятие с традициями. Те, кто смотрел записи предыдущих защит, знаете, как оно проходит. И зрители, наверное, что-то знают уже, и участники что-то догадываются, по крайней мере. В этот раз мы выделили слоты по 20 минут на каждую команду, в куда должны войти и ваши яркие выступления. Слово «яркие» тут важнее, чем слово «выступление». Куда войдут вопросы. Напомню, что вопросы оцениваются баллами, и тот будет молодец, и те будут молодцы, кто будут задавать вопросы и зарабатывать баллы, сидя в зале. Особенно это может быть интересно тем, кто хочет повысить свою оценку, и там чуть-чуть не хватает. Вот, у нас каждый раз что-то новое. Вот сейчас тут электрочайник, я думаю, что он неспроста. И мы точно увидим его в работе, заодно узнаем, что общего между чайниками и C++. Вот, у нас ожидаются проекты мультиязычные, в том смысле, что там появятся какие-то элементы из других языков программирования. Такие проекты были раньше, но мы не сильно обращали на это внимание. Вот, у нас будут сетевые проекты, мобильные. Это из того, что я помню, из того, что я готовил программу. Вот, однозначно будет аппаратура. Мы любим железные проекты, правда? Вот, я думаю, что это как раз к одному из них относится. Но давайте не буду раскрывать всех секретов, тем более, что я знаю далеко не все. Будем считать наш праздник открытым. Всем успехов, хорошо выступить, получить удовольствие. Это самое главное. Спасибо. Поехали. Всем добрый вечер. Наша команда представляет проект «Умный дом», и для начала представимся. Наша команда состоит из трех человек. Меня зовут Перескоков Владислав, мой коллега Артюхов Владислав и Набоков Денис, который, к сожалению, по уважительной причине сегодня не смог присутствовать, но активно помогал разрабатывать проект и подготовку к защите. И начну я с одного вопроса. На какую аудиторию рассчитан наш проект? Ну, ответ довольно прост. Он для всех. Наш проект можно внедрить в любую сферу деятельности. Он может помочь как домохозяйкам, так и бизнесменам. Наша задача не сделать проект таким, чтобы человечество стало жить как в мультфильме «Валли», но он призван помочь людям облегчить жизнь и увеличить свободное время. Теперь поговорим о технологиях. Что мы использовали? В качестве обработки голоса мы использовали Яндекс SpeechKit. Это программа, которая предоставляет разработчикам технологии для распознавания и синтеза речи. Qt — это кроссплатформенный фреймворк, который дает возможность реализовывать графический интерфейс для пользователя. И в качестве аппаратной части мы выбрали платы Arduino, поскольку на них очень легко проектировать как простые, так и сложные схемы. Ну, естественно, перед тем, как разрабатывать проект, мы искали аналоги и пытались взять что-то с них. Начнем с первого. Google Home. Это беспроводной динамик, который включает в себя помощника Google Assistant. Ну, проще говоря, это Apple Siri, только от Google. И Apple HomeKit — это приложение для iOS-устройств, с помощью которого можно контролировать умные устройства, такие как лампочки, чайники, которые вы можете купить почти в каждом магазине бытовой электротехники.
Ну и мы подумали и решили соединить все это вместе. Но также добавить некоторый дополнительный функционал. О чем я говорю? Мега, вот такая плата, является мозгом всей системы. С помощью нее сигналы передаются на все остальные устройства. Естественно, у этой платы есть свой радиус действия. И устройства могут в него попадать, а могут и не попадать. Но что делать, если устройство не попало? Покупать усилитель, ну, такая себе затея, поскольку дополнительные вложения и лишние усилия. Мы позаботились за вас. Наша плата находит устройство, которое находится рядом к недостижимому, и обращается к нему через посредника. Таким образом вы экономите и деньги, и усилия. Умный дом. Чем же он может управлять? Он может управлять как светом, так и бытовыми электроприборами, так и выключателями, водой, газом, розетками. Ну и самое главное, умный дом может обезопасить ваш дом. Что есть сейчас на данный момент? На данный момент есть все, кроме безопасности и управления водой и газом. Ну, перейдем к практической части. Как пользоваться умным домом? Ну, первое — это с помощью помощника. Привет, я Джарвис. Джарвис, включи свет. Да, сэр. Истинное наслаждение видеть вас за работой, сэр. Это один из способов включение устройства. Другой способ — это графический интерфейс, который разрабатывал Влад. Сейчас он про него расскажет. С помощью графического интерфейса можно добавлять новое устройство. Поиск ведется по Bluetooth. Можно задавать характеристики, можно добавлять новое устройство через графический интерфейс, задавая название самого устройства. Пусть так. Также включать и выключать устройство. Ну, как вы видите, чайник включился. Выключи его. И выключи. Ну и третий способ — это голосовое управление из графического интерфейса с помощью вот этой кнопки. Но работает точно так же, как и предыдущий вариант, поэтому нет смысла рассматривать. Рассмотрим радиоприемник. Он немного странный, но одно мы точно покажем. С помощью умного дома можно контролировать не только включение и выключение устройств, а можно задавать ему параметры зарядки устройств. То есть ставить на время зарядки, контролировать, когда будет 100% и меньше, чтобы не пережечь аккумулятор, и не, чтобы он не испортился. Ладно, пока грузит, пойдем дальше. Что мы планируем сделать в новых обновлениях? Мы хотим добавить безопасность к нашей системе. Ну, без нее, понятное дело, выпускать умный дом — это очень странно и нелогично. Создать веб-сайт и подключить клиентскую базу к дому. Реализовать мобильные приложения на все основные мобильные устройства. Добавить идентификацию пользователя по отпечатку пальца и сетчатке глаза. Ну и добавление множества различных устройств, помимо чайника, лампочки и радио. Ну, это все. Если кому-то интересно, QR-код на наш GitHub, ссылка на него же. У нас все. Всем добрый вечер.
Меня зовут Евлев Алгыс, и мой коллега Кадырбеков Данияр. Мы делали проект вместе, но, к сожалению, он сегодня не сможет присутствовать. Так, наш проект называется «Распознавание картин». Картин — это громко сказано. Наш проект о распознавании картин в том смысле, что картины — это произведения искусства, которые вывешены в музеях. Хочу начать с статистики, которая подкрепит актуальность нашего проекта. Это рост популярности музея в последние 4 года, количество мобильного трафика, рост количества мобильного трафика. 56% за год — это довольно хорошая цифра. И количество музейных экспонатов в портале госкаталог.рф. Госкаталог.рф — это замечательный портал, в котором собраны музейные экспонаты со всей России. То есть там хранится вся информация о экспонатах, о произведениях искусства и краткая информация о них. Так, дальше. Сама идея — это объединение всего вышесказанного. То есть это нечто на стыке роста популярности музеев, роста популярности мобильного трафика и активного роста количества экспонатов в открытом доступе, то есть в госкаталоге. Так, наш продукт — это сервис для распознавания произведений искусства с помощью камеры смартфона. То есть представьте себе ситуацию, когда вы заходите в музей, перед вами множество картин. Вы просто достаете смартфон, наводитесь камерой смартфона на картину, и она мгновенно выдает вам информацию о ней и еще сопутствующую информацию, которая может быть интересна клиенту. То есть смежные темы, то есть известные произведения того же автора, допустим, или изображения, похожие по смыслу и прочее. И в будущем еще можно реализовать составление маршрута по музеям. То есть клиент выбирает тему, которая ему интересна, а приложение подстраивает маршрут под его критерии. То есть все будет круто. Так, хочу рассказать о реализации самой. Это у нас сервер распознавания и мобильное приложение, что было реализовано. Сервер у нас общается с клиентом, то есть клиент общается с сервером, отправляет данные на распознавание и получает ответ. А сам сервер берет данные из госкаталога по открытому API. Все понятно. Вот, архитектура сервера, то есть устройство сервера. У нас сервер в основном состоит из двух частей. Это первая часть — это основной поток, в котором задача основного потока — это прием соединения с клиентов, то есть он выстраивает очередь клиентов, принимает соединение и создает новый тред под одного клиента и ждет пока, и контролирует количество активных тредов, чтобы не было такого, что создаст очень много потоков, потом эти потоки забьют всю память и будет все плохо. Так, задачи потоков. Потоки распознают, во-первых, они получают данные с клиента, то есть они скачивают информацию, которую отправляет клиент, и отправляют его на распознавание, то есть прогоняют по своей базе, которая была скачана заранее с госкаталога. Так, если подробнее рассказать о распознавании, это распознавание на основе алгоритма, взятого из открытой библиотеки OpenCV. То есть это алгоритм SIFT. Он работает достаточно быстро. Суть его заключается в том, что заранее для шаблонных изображений подбираются особые точки. То есть это точки, которые будут инвариантны относительно аффинных преобразований и прочих. По этим точкам вычисляются дескрипторы. То есть это, можно сказать, идентификаторы этих точек. Как мы будем сравнивать? Допустим, у нас есть шаблонное изображение, изображение, полученное от клиента. Для них обоих у нас посчитаны особые точки. Это точки, которые отличаются
отличается от всей остальной массы точек, допустим, по яркости, там, по выраженным чертам. Для них вычисляются дескрипторы. Дескрипторы — это некоторая область вокруг них, допустим, это градиент или прочее, который будет не меняться от преобразования, то есть от поворота, от изменения яркости и прочее. То есть сравнение идет именно по дескрипторам. По дескрипторам идет сравнение, находятся особые точки, то есть координаты особых точек. По этим особым точкам идет, ну, то есть активный опрос по базе, и находится изображение, которое соответствует нашему кадру. Потом вычисляется матрица поворота, то есть матрица афинных преобразований. То есть мы прогоняем координаты углов шаблонного изображения по матрице перехода и получаем углы нашего изображения шаблонного в нашем кадре, полученном от клиента. И проверяем их на целостность. То есть если четыре точки, грубо говоря, образуют прямоугольник, то можно сказать, что распознавание прошло успешно. И мы отправляем данные клиенту обратно. То есть данные — это название картины, автор, краткая информация и сопутствующие там ссылки и прочее. Так. Вот, архитектура клиента. Архитектура клиента довольно проста. Она так же, как и сервер, синхронна. То есть она отправляет, отправляет кадр, полученный из камеры, на сервер, то есть предварительно сжимается, переводится в черно-белый режим, то есть чтобы сжать трафик мобильный, ну, и чтобы быстрее передавать данные. Так, передается серверу, это происходит в отдельном потоке, то есть в основном main activity идет трансляция кадров с камеры, и параллельно идет отправка одного кадра на сервер, то есть и этот поток, который отправляет данные, ждет, пока сервер ему не ответит. То есть, ну, чтобы не было такого, что клиент отправляет там 100 кадров, и сервер долго отвечает, поэтому все забьется. Так, как только этот поток получает информацию с сервера, он создает, ну, вызывает второй activity, в котором будет информация, вывешенная информация про эту картинку. Вот это инфоактивити. В нем будет ну, изображение самой картинки в хорошем качестве. Ну, то есть не с кадра, а скачанное с интернета. Информация об авторе, название, год создания и, ну, прочее. Так, реализован на текущий момент. Это сервер, способный распознавать изображение, то есть плоские изображения. В дальнейшем хотелось бы, чтобы сервер умел распознавать и 3D-объекты, то есть как-то улучшить алгоритм распознавания. И клиент под iOS Android, ну и клиент на Desktop, на фреймворке Qt. Так, благодарю за внимание. Добрый день, уважаемые слушатели, студенты техносферы, технопарка, гости и преподаватели. Я представляю проект под названием «Консольный мессенджер». Над проектом работали 4 человека. Это я, Борис Лисцов, Антон Боговских и Саша Синюков. Наш преподаватель Алексей Петров. Зачем нужен еще один мессенджер? Какова цель проделанной нами работы? У существующих мессенджеров есть ряд недостатков. Ну, к примеру, ни один мессенджер с графическим интерфейсом не будет работать в голой командной строке без запущенного X-сервера. Это может быть неудобно. Предположим, если человек работает на суперкомпьютере или на каком-то сервере, на котором вообще не предусмотрены графические оболочки, и вместе с тем хочет параллельно с работой с кем-то переписываться, ему хотелось бы иметь под рукой что-то вроде небольшого мессенджера для отправки сообщений своим знакомым. Кроме того, у существующих мессенджеров есть серьезный недостаток. Это вопрос приватности. Никто не знает, сохраняются ваши сообщения на сервере или не сохраняются. Для того, чтобы решить эту проблему, мы предложили, во-первых, использовать
дать пользователям возможность использовать свой сервер. То есть если пользователи хотят организовать конференцию, они выделяют компьютер, запускают на нем сервер и пользуются им для общения между друг другом. Кроме того, безопасность использования такого сервера гарантируется открытостью его исходного кода. Еще одной задачей, которую мы перед собой поставили при разработке проекта, была простая настройка создаваемого нами мессенджера. То есть настройка с помощью простых текстовых конфигурационных файлов, как это принято в Unix-подобных операционных системах. Для решения поставленных нами задач нами была использована архитектура клиент-сервер. На выделенном компьютере запускается серверная программа, а клиенты запускают на своих машинах программы клиентские. Клиентские программы отправляют серверу сообщения. В сообщениях могут быть какие-то запросы на подключение, на изменение, например, пароля пользователя или простое текстовое сообщение. Каждый сервер характеризуется парой IP-адрес и номер порта. Для передачи сообщений нам понадобилось реализовать свой собственный несложный протокол передачи данных, входящий, можно сказать так, да, в семейство протоколов TCP/IP. В TCP/IP пакеты завернуты своеобразные структуры данных, содержащие всю информацию, необходимую для работы приложения. Во-первых, это тип передаваемого сообщения. Тип передаваемого сообщения может быть текстовое сообщение, запрос на вход пользователя в систему, логин на сервере. Это может быть запрос каких-то данных, это может быть некоторое сообщение об ошибке. Например, если с сервером произошла какая-то проблема, сервер может разослать всем пользователям сообщение об ошибке, который будет сигнализировать, что что-то не в порядке и необходимо переподключиться. Кроме того, в структуру сообщения входят два поля — это from и to. Они имеют тип 64-битное безнаковое целое число. Каждый пользователь в системе идентифицируется таким числом. Такие вот user ID составляются по никнеймам пользователей. Кроме того, в сообщение входит дата его отправки, и вся полезная информация заключена в массиве байтов. В зависимости от типа передаваемого сообщения начинка будет разная. И при расшифровке приходящих пакетов первым делом приложение будет смотреть на тип полученного пакета, а уже потом, каким-то образом сообразуясь с типом пакета, будет расшифровывать его содержимое и выполнять ответы на запросы. Немножко о деталях реализации нашего проекта. Для организации сетевого взаимодействия мы использовали асинхронные сокеты, доступные в библиотеках Boost, Boost.io. Для организации интерфейса пользователя псевдографического нами была использована низкоуровневая библиотека NQSS. Кроме того, пароли на сервере мы храним не в чистом виде, а в виде их MD5 хэшей. На случай, если каким-то образом данные сервера попадут не в те руки, их будет крайне проблематично расшифровать. Серверная часть нашего приложения имеет командный интерфейс, вот такой. Здесь администратор сервера может получать информацию о подключениях, останавливать серверы или поднимать. В дальнейшем здесь будет более продвинутый интерфейс, проект развивается. И, скорее всего, здесь мы тоже организуем графический интерфейс. Можно будет посмотреть не только количество установленных сервером соединений, но, например, количество активных пользователей онлайн или какие-то данные о напряженности трафика и количество сообщений, переданных и полученных. Пользовательские данные, никнеймы, их уникальные идентификаторы и пароли хранятся в простом текстовом файле. Это решение скорее временное. Наверное, мы
пересмотрим его в пользу более надежного и, возможно, производительного решения. Данные диалогов на сервере не хранятся. Они хранятся только в том случае, если один пользователь посылает другому сообщение, но того в настоящий момент нет в сети. Вот. Такие сообщения хранятся до того, как их адресат залогинится на сервер. Они будут тут же отправлены адресату, и после этого с сервера они стираются. Клиентская часть представлена тоже командным интерфейсом, но организованным с помощью библиотеки NQSS. То есть это псевдографический интерфейс, аналогичный, которому имеется у текстовых редакторов Emacs или VI. На данный момент реализованы личные сообщения, то есть приватные диалоги, но существует возможность легкой реализации конференции с любым количеством участников. Для удобства использования библиотеки NQSS, она очень низкоуровневая и, в общем-то, плохо совместима с объектно-ориентированным программированием, предложено завернуть ее в объектно-ориентированную оболочку и построить некоторое количество вспомогательных классов, отвечающих каким-то элементам графического интерфейса пользователя. Например, диалоговые окна или меню. Некоторые из таких классов реализованы и включены в исходный код клиентской части. Таким вот образом выглядит терминал. Загрузившись в клиент, пользователь попадает в командную строку со специфичным набором команд. Здесь есть команды для логина на сервере, есть команды для выхода пользователя, есть команды для запроса справки. Вот мы видим результат работы команды help. И, наконец, команда чат, которая позволяет задать в качестве аргумента никнейм адресата. Команда чат открывает такого вида диалоговое окно. В поле внизу вводятся сообщения, и с помощью клавиши Enter они отправляются и при этом доставляются конечному адресату. Если адресата нет в сети, они будут сохранены на сервере до того момента, когда адресат залогинится и сможет сообщение получить. Немного странные слайды. Казалось бы, псевдографические приложения плохо совместимы с мобильными телефонами. Но оказывается, эту ситуацию можно, будем говорить, обмануть, такое положение дел, и организовать псевдографический интерфейс на мобильном приложении, на мобильном телефоне при помощи мобильного SSH-клиента. То есть все очень просто. Мы загружаем мобильный SSH-клиент, заходим на удаленный компьютер, где у нас установлен бинарник клиента, и можем спокойно работать. Здесь приведены некоторые детали запуска программы. Для запуска сервера необходимо только указать номер порта, по которому серверное приложение будет ожидать приходящих пакетов. Для клиента еще при запуске необходимо указать IP-адрес сервера, ну и, естественно, его порт. Это хорошо работает в локальной сети. Для доступа на географически очень удаленные сервера, скажем, находящиеся совсем в другой сети, возможно, в другом конце города, нами была использована утилита ngrok. Это очень удобная утилита, которая позволяет расширить localhost и сделать его доступным из любой точки. Достаточно только знать номер порта, который ngrok присвоит серверу. И немного о перспективах развития проекта. Конечно, сегодняшней защиты история мессенджера консольного не заканчивается. Есть далеко идущие планы. Во-первых, хотелось бы создать полноценную объектно-ориентированную обертку вокруг функции NQSS. Такие, как, например, вот это диалоговое окно. Тогда их можно было бы очень легко использовать в объектно-ориентированных проектах с помощью очень простых вызовов. Ну, например, создается объект диалог с каким-то вопросом и ожидает действий пользователя. В зависимости от того, что выберет пользователь, метод будет возвращать
Ну, например, выйти из приложения или остаться. Здесь приведен пример диалогового окна. Скорее всего, в скором времени мы создадим какие-то элементы меню, которые нам просто необходимы. Кроме того, нам потребуется рефакторинг, потому что писалось быстро, даже очень быстро, и всесторонний поиск ошибок в нашем приложении. Будут введены чаты конференции, индикатор, находится пользователь онлайн или офлайн. Будут введены профили пользователей, которые можно будет редактировать, смотреть профили других людей. Обязательно будет введена как можно скорее поддержка кириллицы, потому что писать латиницей, конечно, удобно, но слова, содержащие буквы Ч, Ш, Щ, букву И, конечно же, проще набирать кириллицей. Для удобства будет добавлено сохранение данных на клиенте между сеансами, чтобы можно было увидеть сообщения, полученные в предыдущих диалогах. Кроме того, планируется добавить поддержку смайликов, передачу изображений и файлов между клиентами. Возможно, в будущем будет добавлено и шифрование сообщений, передающихся на клиент, таким образом, чтобы даже серверное приложение не могло извлечь пользовательские данные. Я хотел бы всех поблагодарить за внимание. Большое спасибо. Здесь приведена ссылка на GitHub, откуда можно загрузить и собрать наш мессенджер. В ближайшем будущем, возможно, сегодня вечером или завтра, мессенджер будет доступен в виде пакета в пользовательских репозиториях дистрибутива Arch Linux. Ну, за деталями, опять же, лучше всего обращаться по этому адресу. К сожалению, я не могу произвести демонстрацию по техническим причинам, но если кому-то интересно, я с удовольствием покажу работу мессенджера, приватных диалогов и всего, что с этим связано. Большое спасибо. Дамы и господа, добрый вечер. Мы хотели бы вам представить наш проект, сервис доставки грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Познакомлю вас с нашей командой. Я, Михаил Солонин, Синдеева Мария, Василий Жиков и Мария Розет, которой сегодня, к сожалению, не будет. В основе проекта лежит идея доставка грузов с помощью дрона прямо к вашему окну. В чем мы видим проблему на текущий момент? В настоящее время существует потребность в быстрой доставке грузов, например, лекарства или корреспонденции, прямо к вашему окну. Но эта идея, к сожалению, никем пока еще не реализована. Надеюсь, мы будем пионерами в этой области. В чем мы видим решение? Решение заключается в следующем, что грузы будут доставляться автономно и автоматически с помощью дронов. В основу нашего проекта легли следующие принципы. Во-первых, мы хотим сделать универсальное для всех пользователей приложение, будь то пожилые люди или юноши, вне зависимости от гендерной или расовой принадлежности, в общем, для всех. Мы хотим сделать его максимально простым. Также мы хотим увеличить скорость доставки, которая существует на сегодняшний день, во много раз повысить ее. Для нас немаловажным был фактор простоты технического оборудования, которое используется этим сервисом. Также мы хотим быть конкурентоспособными с сервисами, которые уже существуют на данный момент. Для нашего проекта достаточно использовать всего лишь следующее техническое оснащение. Со стороны сервиса
дрон, который имеет камеру, GPS-приемник и GSM-модуль, и также сервер с высокой скоростью обработки данных. Со стороны клиента достаточно использовать всего лишь смартфон с подключением к интернету. И сейчас я хотел бы рассказать, как все это работает. На первом этапе клиент через мобильное приложение делает заказ и оплачивает сам товар и его доставку. Сервер обрабатывает его запрос и отправляет клиенту уникальный код. Тот же самый код, а также координаты GPS клиента отправляются на дрон. Дрон с грузом на борту вылетает с базы и летит по координатам GPS. Прибыв на эти координаты, он начинает вращаться вокруг себя и искать мигающую точку. Как только он ее находит, он начинает сверять код товара, который лежит у него на борту, с тем кодом, который он принимает от моргающего фонарика. Если эти коды совпадают, следовательно, мы делаем вывод, что перед нами находится тот самый клиент, который заказал данный товар. И дрон начинает движение к источнику света. Как только он приближается на достаточно близкое расстояние к клиенту, движение вперед завершается, и он зависает в воздухе. В это время покупатель может открыть окно, снять посылку с дрона, и сразу после этого дрон отправляется к месту постоянной дислокации. И вот на этом вся идея как бы завершена. Об особенностях реализации нам расскажет Василий Жиков. Собственно, что можно сказать об особенностях реализации? Ну, дело в чем? Хотелось бы немножечко для начала оговориться. Как вы могли услышать, собственно, из того, что рассказал Михаил, в общем-то, мы продумали то, как должна как бы функционировать та система, которая будет использовать нашу идею. Но если разобраться, вот если действительно по-хорошему во всем этом разобраться, то объем работы для выполнения всех тех циклов, которые перечислил Михаил, это, ну, скажем так, да, чуть больше, чем несколько таких учебных проектов, которые, собственно, мы собирались реализовать, ну, как-то вот в рамках данного курса. Дело в том, что, собственно, если рассматривать весь объем работы, то необходимо такая комплексная работа по разработке серверного приложения, которое будет работать с клиентами клиентских приложений для Android, собственно, сервиса геопозиции и управления дронами по GPS и так далее. Ну, в общем-то, разумеется, все это мы реализовать в рамках такого проекта не могли. Мы решили сосредоточиться на работе непосредственно с дроном, то есть на той части, которая отвечает за, собственно, распознавание фонарика, как отличение нашего конкретного, нужного нам источника света от всех остальных, и, собственно, приближение к этому источнику света. То есть та часть, которая фактически, ну, вот именно в такой постановке, ну, вот насколько мне известно, не реализовывалась. Та часть идеи, которая не используется на данный момент. Следующий слайд, пожалуйста. В общем-то, наш проект, то, что, в общем-то, реализационная часть нашего проекта состоит из трех основных частей. Собственно, это часть, называемая драйвером, то есть это такие куски кода, ну даже не куски кода, фактически, сейчас, пожалуй, разумно было бы рассказать о том, в общем-то, как работают все системы нашего проекта вместе между собой. Мы использовали фреймворк ROS, Robot Operating System, который, собственно, предоставляет возможность одновременного запуска, как бы сказать, нескольких сервисов, которые называются нодами. Соответственно, ноды могут быть написаны на разных языках и могут работать параллельно, обмениваясь между собой сообщениями, ну или же сервер, или же фактически оказывать друг другу сервер, какие-то услуги.
Вот. Соответственно, наш проект в основном базируется на трех нодах. Соответственно, нод-драйвер отвечает за то, чтобы, в общем-то, реализует интерфейс управления дроном, в общем-то, более удобный интерфейс управления дроном, чем предоставляется как бы изначально. Дело в том, что тот дрон, который был использован нами, ну, фактически, который был нам предоставлен, немножечко не... Ну, в общем-то, он предназначен не для того, чтобы ему давали какие-то команды, и, в общем-то, он перемещался как-то в пространстве по координатам, а он предназначен для того, чтобы мы запускали приложение на мобильном устройстве и, собственно, непрерывно им управляли. Как-то можно полетать по комнате, это очень весело. Вот, собственно... Но и, в общем-то, нод-драйвер служит для того, чтобы немножечко приспособить систему управления дроном под нашу задачу. Нод-мастер, собственно, управляет всем процессом, он принимает решение о движении или о прекращении движения. Ну, в общем-то, да, больше тут сказать нечего. И нод, который отвечает за, собственно, компьютерное зрение, за то, чтобы найти нужный нам фонарик, понять, как к нему лететь, и понять, в общем-то, ну, чтобы мастер мог понять, какие действия дальше, далее предпринимать. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, чуть-чуть поподробнее о каждом из нодов. Собственно, нод-драйвер, как я сказал, предоставляет, в общем, несколько изменяет ту систему управления дроном, которая, в общем-то, предоставляется фреймворком ROS с библиотеками для этого дрона непосредственно. В общем-то, изначально у нас присутствует только общение с дроном в терминах скоростей в том или ином направлении. Нас, разумеется, это не устраивало, потому что... Нас, разумеется, это не устраивало, поскольку нам необходимо было смещаться на какое-то расстояние вперед, ну, в общем-то, во все стороны, и поворот на какой-то определенный угол. Поэтому мы фактически реализовывали на основе интерфейса скоростей, мы реализовывали более дискретный интерфейс управления дроном и чуть более высокоуровневый. В определенных командах, например, лететь вперед на 3, в общем-то, единицы расстояния. Ну, в общем-то, этот нод, как и, впрочем, нод управления, они оба реализованы на языке Python. Дело в том, что мы фактически использовали в данном случае скриптовый язык, ну, для того, вот как в моем понимании, для того, зачем они, собственно, и нужны. Мы решаем достаточно простые задачи, которые не требуют каких-то сложных вычислений. Собственно, нам нужны только достаточно простые действия, которые выполняются при соблюдении достаточно простых условий. И, собственно, поэтому здесь было все это было реализовано на языке Python, и мы решили, в общем-то, сделать так. Следующая часть — это распознавание мигания, и эта часть уже вся написана на C++. В чем состоит задача распознавания мигания? Одна из главных проблем с распознаванием света от фонарика заключается в том, что от фонарика идут... Фонарик не представляет собой просто круг света, он представляет собой такое вот солнышко, от него идёт много лучей, что делает распознавание довольно сложным. Поэтому первый этап распознавания мигания — это предобработка изображения для удаления этих лучей света. Это размытие по Гауссу, далее бинаризация изображения и морфологические преобразования, и дальше уже выделение контуров вот, пятен света. Дальше каждый контур проверяется на соответствие формы, заданной некоторым набором параметров, таких как выпуклость, площадь, попадающая в какие-то рамки, и кругообразность. Далее для каждого найденного такого пятна света идет подсчет количества его вхождений в какое-то количество кадров и частоту появления этих пятен света. И дальше мы выбираем с нужной заданной частотой, мы выбираем соответствующее пятно света, которое уже будем считать фонариком. Следующая задача — это подлет. Мы анализировали по 150 кадров. После того, как мы получаем координаты фонарика на кадре, эта информация отправляется в мастер. Он в соответствии с этими координатами принимает решение, как подлететь к самому фонарику.
И полет у нас прекращается тогда, когда в заданной какой-то окрестности найденного фонарика оказывается пятно достаточно большого размера. То есть площадь этого пятна сигнализирует о том, что мы подлетели достаточно близко. Теперь давайте посмотрим на это, как это работает. У нас есть видео. Немножко прокомментировать то, что происходит. Для данного конкретного тестового примера была выбрана достаточно низкая частота мигания. То есть, как мы видим, фонарик моргает достаточно медленно. И достаточно, в общем-то, большое количество миганий, которое должно пройти, прежде чем дрон на это среагирует. Для того, чтобы избежать каких-либо возможных коллизий с другими источниками света. На данный момент мы видим, как дрон, в общем-то, позиционировал уже источник света, который ему нужен, развернулся к нему так, чтобы он находился в центре картинки, и начал к нему движение. Мы работаем на достаточно малой дистанции, поэтому, собственно, на данном видео мы видим, как движение достаточно, в общем-то, непродолжительное происходит. Если бы мы сделали его более длительным, мы бы, в общем-то, могли... Ну, в общем-то, в случае, когда фонарик находится далеко, мы могли пролететь мимо или, например, врезаться в какое-то препятствие. Поэтому мы сделали такое перемещение дискретными шагами. И, следовательно, на каждом этапе, после каждого шага, мы не совсем заново, но все-таки, в общем-то, проверяем, что свет фонарика все еще присутствует. Данный пример еще осложнен тем, что вообще-то в... В данном зале происходят достаточно такие сложные потоки воздуха. И, собственно, как видно на видео, дрон немножко сдувает. Вот. И вот на данном видео мы продемонстрировали работу нашей системы в достаточно тестовом режиме. То есть дрон подлетает к клиенту и после этого, собственно, садится без возвращения на базу. Это сделано по той причине, что... У данной модели дрона нет системы геопозиционирования, и, соответственно, вернуться домой он не сможет. Нам пришлось разворачиваться и лететь обратно. Ой, это У нас есть еще одно видео, где... Да, где мы хотим показать, что реальную систему, то есть с реальной коробочкой лекарств. Вот. Мы перемотаем наконец, чтобы не отнимать время у других команд. Да. Да, и вот таким чудесным образом вы можете получить ваши драгоценные препараты. Собственно, на этом все. Да, большое вам спасибо. Мы из Техносферы. Меня зовут Александр, и это Аня. Да, ее зовут Аня. И мы разработали плеер для воспроизведения подкастов и аудиокниг. Целевая аудитория которого — это люди, которые изучают иностранные языки. При этом, при выборе этой идеи я ориентировался на свои потребности. То есть у меня была идея написать что-то полезное. И почему я выбрал именно эту идею? Потому что я сам учу языки. И, как бы сказать, я надеялся, что, удовлетворив свои потребности этим приложением, я найду какую-то целевую аудиторию, которой это тоже будет полезно. И такой целевой аудиторией являются люди, которые учат язык не по учебникам, а скорее самоучки, и люди, которые пользуются приложениями для изучения языка, которые слушают аудиокниги и погружают себя в языковой контекст. И наше приложение нацелено на развитие навыка аудирования, то есть восприятия речи на слух. При этом
что решает наш проект по сравнению с просто альтернативой, когда люди заходят на YouTube, заходят на какие-то сайты с подкастами, аудиокнигами и слушают их там. В нашем, когда люди используют наш плеер, они ничего не ищут сами. То есть у нас есть база данных, в которой все прописано, и в итоге они просто заходят в плеер и начинают слушать с нуля. И им для этого ничего не надо искать, никуда не надо залезать. И кроме этого, будет еще у нас реализованы дополнительные всякие плюшки, о которых мы поговорим в конце. Что мы предлагаем для решения поставленной задачи? Во-первых, это база данных бесплатных ресурсов, которую мы сформировали сами. То есть мы находили сайт с бесплатными аудиокнигами и доступными текстами этих книг. В дальнейшем планируем, что каждый пользователь может и сам пополнять эту базу данных своим каким-то сайтом, с которых он может прослушать аудиокниги. И это плеер, в котором реализован унифицированный доступ к любому ресурсу, то есть всю такую работу, как зайти на сайт, искать какую-то книгу, найти ее, все это выполняет за вас программа, вы только выбираете язык, книгу, которую вы хотите слушать, и программа выводит текст этой книги. Значит, что умеет делать плеер? Он предоставляет нам выбор языка, который мы хотим учить, он предоставляет нам выбор подкастов, которые мы хотим прослушать, он загружает аудио из веб-ресурса, автоматически подгружает к нему текст, текст этой аудиокниги. Также во время подгрузки аудио вам не обязательно ждать, когда подгрузится весь подкаст, вы можете начать слушать, когда подгрузился первый кусочек. Соответственно, он автоматически декодируется в нужный формат, чтобы мы могли его воспроизводить. Вот. Собственно, это и заточена наша программа. Ну вот, немножко скриншотов. Здесь выбор, это первый такой диалог, выбор языка и выбор подкаста. При нажатии на кнопки с play сразу начинается стриминг подкаста. Вот пример окошко воспроизведения. Сразу начинается декодирование MP3, стриминг с помощью сторонней библиотеки. И пример, почему наш плеер превосходит по функционалу сайты, где можно прослушать подкасты, на которые пользователи обычно заходят. Потому что, например, очень легко реализовать такую функцию, которую мы реализовали. Мгновенный перевод слова по любого слова, которое пользователь не знает. То есть мы выделяем слово, нажимаем Translate, и нас перекидывает в словарь, где мы можем посмотреть словарную статью по этому слову. Мы использовали Qt как самый популярный интерфейс для графический интерфейс, самую популярную библиотеку для построения графического интерфейса. Вот, в Qt не очень нас удовлетворили возможности стриминга MP3 и его одновременного воспроизведения. Так что для этого нам потребовалось использовать сторонние библиотеки, но также кроссплатформенные. Это MPG-123 для декодирования и LibAO для воспроизведения PCM-аудио. Это достаточно простая библиотека в использовании, поэтому мы ее выбрали. Вот. Структуру классов я проектировал таким образом, чтобы можно было легко добавлять какие-то новые функции и расширять возможности, функционал. В приложении несколько потоков, за часть из которых отвечает, собственно, Qt. То есть воспроизведение, загрузка данных выполняется потоком Qt внутренним. То есть мы эту многопоточность не организовывали. Но зато у нас в отдельном потоке, собственно, воспроизведение файла в Qt-Red. То есть мы стартуем этот поток и в этом потоке выполняется воспроизведение, в отдельном потоке выполняется прорисовка графики, чтобы это все друг друга не замораживало и не тормозило. В дальнейшем мы планируем расширять базу языков для поддержки других форматов данных и введения новых алгоритмов парсинга данных с интернет-ресурсов.
Далее мы планируем создать функцию, которая позволила бы скачать несколько подкастов и в дальнейшем прослушать их в режиме офлайн, то есть без обязательного подключения к интернет-ресурсам. Это больше интеграция больших числов словарей, то есть сейчас подключено не так много словарей, в дальнейшем их число расширится. Возможно, даже это скачивание каких-то словарей на диск, чтобы переводить слова в режиме офлайн. И это введение такой опции, как бы пользователь не знал какое-то слово, он увидел его перевод, и он может это слово сохранить в отдельный документ с переводом, чтобы вернуться к этому документу, перечитать неизвестные слова и таким образом их запомнить. Да, в формате приложения достаточно легко реализовать функцию, где все неизвестные слова дампятся в отдельный файл, возможно, текстовый, возможно, в специальном формате для интеграции с Spaced Repetition System, где пользователи, изучающие языки, запоминают эти слова путем их повторения там, через день, через два дня, через неделю. Такими программами являются, например, Anki или Memrise, которые используют внутренние форматы, но также и импорт из текстовых файлов там доступен. И, ну вот да, это достаточно легко реализовать, но мы еще не делали этого, поэтому, наверное, это будет следующим шагом. Это все. Здравствуйте, меня зовут Валитов Ришат. За мной стоят мои друзья Степанов Денис и Чернов Андрей. Мы студенты технопарка и хотим представить вам наше приложение для Android. Называется оно Music Terra. Это приложение, которое позволяет решить одну проблему. Что же это за проблема? Каждый из нас запоминает за свою жизнь очень много вещей. Чаще всего это хорошие вещи, я надеюсь. Иногда, к сожалению, плохие. И все любят слушать музыку. Музыка на протяжении всей жизни становится нашим таким спутником, но мы ее слушаем, когда испытываем разные эмоции. И с разными событиями нашей жизни у нас связаны некоторые музыкальные композиции. Даже не для каждого человека, а для группы людей или для пары. И чтобы запомнить все ведь не запомнишь. Наше приложение поможет людям делиться своими впечатлениями, с какими-то пережитыми эмоциями с другими людьми. Например, в путешествиях или при посещении тех же самых музеев. Проблема есть. Как же придумать, как ее решить? Мы разработали приложение, которое даст возможность людям заносить свои какие-то личные фотографии вместе с музыкой, которая ассоциируется с какими-то событиями, вместе со своими мыслями в одно общее место и дать возможность либо только своим близким друзьям, либо всему миру ознакомиться с ними. Наше приложение имеет графический интерфейс. Это как любое другое современное Android-приложение. Про него нам поподробнее расскажет Денис Степанов. Да, пожалуйста, прямо сейчас. Так, ну, во-первых, приложение имеет социальную часть, это как профайл и связи с друзьями различные. Вот. Также у нас у каждого юзера будет иметься список музыки, которую он добавляет из музыка, которая хранится на сервере. Вот. И каждый юзер будет иметь возможность создавать вот эти музыкальные отметки.
Да, мы можем продемонстрировать вам процесс добавления одной из отметок. Так, у нас реализован сервер на языке C++. Вот. Секунду. Если сервер не интересно, я могу на презентацию обратно переключить. Ну, здесь просто будет служебная информация по логину, по регистрации, по добыванию различных информации. На главном экране у нас будет список глобальных всех, ну, то есть всех музыкальных отметок, всех людей, которые зарегистрированы. Вот, и сразу же можно будет перейти к добавлению. В начале добавления это будет, собственно, фотография. Я уже сделал фотографию мейла, ну, пока сидел, смотрел другие презентации. Она загружается, добавляется, и предоставляется возможность сделать отметку. Вот, к примеру, мы находим mail.ru. Соединение. Так, вот я нашел, приложение нашло офис Mail.ru, я добавляю заголовок, любой заголовок, пусть это будет вообще рандомный набор букв, и выбираю музыку. Музыка подгружается с сервера, это все демонстрируется на экране, вот, и выбираю любую музыку. Также музыку можно прослушать, то есть перед тем, как добавить. Также музыка подгружается с сервера. Вот, и мы ее выбираем и добавляем. И, как мы видим, добавилась музыкальная отметка. Любой пользователь может на нее зайти, посмотреть фотографию, послушать музыку, которая была привязана, и посмотреть, где это находится на карте. Вот, это основные возможности. По техническим причинам показать мы остальные не можем, но в будущем будет добавлена возможность просмотра музыкальных отметок у друзей, которые есть в списке ваших друзей, и на глобальной карте искать просто рандомные отметки, то есть именно по карте. Вот, ну, на этом пока все по приложению. Мы разрабатывали сервер с помощью некоторых технологий. Основная из них — это библиотека Boost, точнее, это ASIO. Для получения сообщений между клиентом и сервером использовался формат данных JSON. В качестве SUPT использовали MySQL, и у Амазона арендовали небольшой сервер и из-под него уже запускали наши приложения. Сервер у нас получился асинхронный. Для работы с MySQL был реализован класс. Об этом классе поподробнее нам расскажет Андрей. Пожалуйста. Спасибо. Ришат. Вот. Я расскажу немного про реализацию. Ну, как сказал Ришат, да, у нас была база данных MySQL. Очевидно, что нам пришлось хранить много информации. То есть это и юзер, и музыка, и локация. Также, через промежуточные таблицы эта информация должна была как-то взаимодействовать. Мы решили писать запросы не как-то хаотично, а как-то структурированно и использовать возможности языка C++. Мы создали базовый класс, который полностью взаимодействует с UBD, а остальные классы от него наследуются и вызывают
функции базового класса с нужными им параметрами. Также, ну, хотелось рассказать про проблему, ну, с очевидной проблемой, которой мы столкнулись. Например, у нас есть, ну, таблица плейлист, где хранятся ID юзера и ID музыки. Вот. И как бы при удалении юзера очевидно, что нужно удалить юзер ID, ну, все строчки юзер ID в таблице плейлисте. Хотелось это как-то сделать тоже красиво, ослабив связи между классами, между классами user и playlist. Ну, для, есть два паттерна, которые для этого подходят. Это медиатор и паттерн наблюдатель. Мы решили использовать паттерн наблюдатель, так как нам показалось, что это более оптимальное решение. Ну, потому что использовать повторно субъект и наблюдатель гораздо проще, чем посредников в медиаторе. Вот. Спасибо. Так что же будет давать возможность сделать наше приложение уже после его дальнейшей доработки, а дорабатываться она, я вас уверяю, будет, мы получим полноценное приложение с возможностью обмениваться сообщениями, обмениваться своими мыслями, но как делает любая социальная сеть. Но основным в нашем приложении будет именно карта, взаимодействие человека с картой, вплоть до того, чтобы знать местоположение своих друзей, ну, близких друзей, которые, да, соответственно, дадут на это свое согласие, и вплоть до стриминга музыки, чтобы примерно знать, что слушает ваш друг или ваш близкий человек в данный момент, и возможность слушать это вместе с ним. Также одно из возможных применений нашего приложения для гидов, как экскурсионный гид по городу. Можно оставлять на достопримечательностях отметки, а вместо музыки прикреплять информационный какой-то монолог, чтобы люди, туристы могли, проходясь по родному, нам родному, им, получается, нет, городу, выслушивать какие-то интересные факты о нем. Мы забыли представить Фомичева Егора. Он тоже часть нашей команды. К сожалению, он сегодня по уважительной причине не смог с нами здесь находиться. Ему большое спасибо. Тоже большой вклад внес в наше приложение. Спасибо за внимание. Меня зовут Алексей, а это коллега Сергей и, соответственно, коллега Никита. Вот. А сегодня мы покажем вам проект Хлео, суть которого будет заключаться в использовании вот такой уязвимости, как атака длинного хэша. Суть которой — это добавление в конец какой-либо информации. Но об этом подробнее, значит, сейчас небольшая экскурсия. То есть вообще хэширование — это очень популярная тема. Уже в 2004 году MD5 смог обычный компьютер взламывать меньше, чем за одну секунду. Сейчас же, естественно, крупные предприятия вроде банков и подобных структур MD5 не используют, они используют гораздо более стойкие системы шифрования, но при этом нельзя сказать, что они полностью безопасны. То, что мы вам будем показывать, включено, начиная от электронной подписи и заканчивая вот такой вот табличкой имен и паролей пользователей, ну, естественно, захэшированных. Вот. Соответственно, я передаю слово моему коллеге, который расскажет про структуру Меркурия Тамграда. Еще раз добрый день. Меня зовут Никита.
И сейчас я вам немножко расскажу про криптографию. Кто-нибудь здесь увлекается криптографией, может быть, сам алгоритмы писал, ну, имеется в виду прогал, хеширование. Нет? Никто? А может быть, кто-то, не знаю, там, готовил дома смузи из фруктов или что-нибудь такое, может быть, в мейле. Так, уже лучше. То есть, наверное, целевая аудитория будет довольна тем, что я сейчас покажу. Так, ну, хотелось бы рассказать про хэш-функции в контексте приготовки смузи. То есть, допустим, у нас есть яблочко. Ну, такое яблочко, конечно. У нас будет красный, клубничка будет красная. Будет синий бананчик. Но других этих фломастеров нет, поэтому. Что имеем? И это наши входные данные. То, что мы будем хэшировать. И у нас будет смузи-автомат. Это хэш-функция. То есть на вход мы будем подавать какие-то фрукты, а на выходе мы будем получать что-то. Оно так и выглядит. То есть выходные данные хэш-функции — это, вот, как всегда обычно, что-то такое вот фиксированной длины, но оно непредсказуемое. Оно практически случайно генерируется, равновероятно. В этом смысл криптографических хэш-функций. И что мы делаем? Мы складываем все эти фрукты, мы их все перемешиваем, и на выходе получаем вот это что-то, нашу смузи. Это и есть результат хэш-функции. А схема Меркл-Дамгарда заключается в том, что, ну, грубо говоря, вот этот аппарат для смузи перемешивает каждый из этих фруктов. То есть сначала мы кидаем один, потому что все не влазят фрукты. Он перемешивает один. Потом мы кидаем другой, он перемешивает другой. Третий, и весь результат складывается в одно. В один и тот же результат. Дальше, это, собственно говоря, основа, на которой лежит алгоритм MD5 и, ну, естественно, более новые криптостойкие алгоритмы SHA и SHA-2. В третьем SHA там уже SHA-3, там спонжик, там другая схема. Ой, что-то не то немножко, я вам проспойлерил. Ну ладно, немножко тогда про атаку. Собственно, вы скажете, и что, допустим, вот есть у нас такой замечательный аппарат для смузи, а при чем здесь атака? Для этого я немножко вернусь назад и расскажу про интересную ситуацию, как можно использовать алгоритмы хэширования для, например, аутентификации пользователя. Допустим, мы хотим аутентифицировать пользователя единожды с помощью алгоритма хэширования. Хорошо. У нас будет яблочко, которое мы будем держать в секрете. То есть пользователь не знает, что для приготовления нашего смузи используется яблочко. Мы говорим ему: вот у тебя есть клубничка. И у тебя есть яблочно-клубничные смузи. Вот это есть у пользователя. То знаем только мы, но мы знаем вот это все. То есть, когда пользователь приходит, он говорит: я даю вам это, у вас есть яблоко. Мы смешиваем яблоко и клубничку. Получаем вот это. И он дает нам это же. И таким образом он подтверждает то, что он действительно есть. Ну, то, что мы ему выдали вот это вот. Вот это и вот это. Наверное, как-то не очень понятно, но... Давайте так. Кому сейчас что-нибудь понятно вот, на текущий момент? О, как много. А, ну тогда хорошо, тогда я продолжаю дальше. Такая схема вроде бы хорошо работает.
Да. Сервер знает вкус яблоко плюс клубника. В этом вся суть, что мы как пользователи имеем пароль клубнику и вот это вот замечательное смузи. А сервер, уже добавляя яблоко, понимает, что вот этот вкус совпадает со вкусом смеси яблока и клубники, перемолотых в блендере. У вас первый день вы просто готовите смузи, даете часть пользователя вместе с собой. Второй день он приходит, дает, что унес, вы готовите новый, сравниваете вкус. Да, именно так. Вот. И, собственно, вопрос в чем? Хорошо, пользователь дал нам свой смузи, мы его выпили. Ну, чтобы сравнить вкус. У него больше нет смузи. А пользователь хочет к нам еще раз войти. Ну, изначально система была сделана для того, чтобы аутентифицировать пользователя один раз. То есть, наверное, пользовались такими ресурсами, которые позволяют, например, URL один раз только посмотреть. Что-то вроде генерации одноразового пароля. Да. А потом, кстати, примерчик будет. Довольно полезный. Вот. И как мы можем обойти этот механизм? Не зная того, что в рецепте смузи есть яблоко. Мы можем добавить банан. В наш рецепт. И у нас получится новое смузи. В нем будет клубничка, банан. Ну, немножко не так начал. А где этот стерочка? Спасибо. Прошу прощения. Замешательство ввел. У нас на данный момент есть это и это. Мы добавим банан вот сюда, и у нас получится новое смузи, которое будет содержать банан и то, что было там. Ну, вот это вот. Мы не знаем, как, из чего там состоит, но мы добавили это. И дальше что мы делаем? Мы приходим и предоставляем клубничку, банан и смузи, который мы получили. Что делается для проверки? Для проверки берутся все три фрукта, ягоды, смешиваются, и, естественно, получается... то же самое, что получилось у нас. То есть, по сути, это демонстрирует то, что нет никакой разницы между тем, что смешать нам яблоко, клубнику и банан по очереди вместе, или добавить и банан к смеси клубники и яблока. Приблизительно то же самое происходит и в атаке, собственно, настоящий хэш, когда мы просто дописываем какую-то часть сообщения, которую мы сами придумали, и дописываем хэш. То есть докидываем фруктов, и они дальше перехэшируются. Будем считать, что как впечатление от сегодняшнего мероприятия? Интересные были проекты? Хорошие были презентации? Мне тоже понравилось. Так, ну, организационно будем считать, что это завершение нашей официальной части –